Образования Рыбницкая школа искусств. На сцене 13 вокалисток. Они прошли прослушивание, отборочный тур. И вот он, долгожданный момент. Финал вокального конкурса «Новые имена 21 века», который прошел в Рыбнице. Конкурс проводится в основном для того, чтобы мы видели, чем мы богаты, какими талантами мы располагаем. К тому же это очень хороший, приятный вариант, когда мы сможем определить, что в нашем городе есть те, кто достоин быть включенным в какие-то либо наши коллективы вокальные. Это раз. Но, во-вторых, нам очень хочется показать, что действительно город Рыбница – это город поющий, город музыкальный, город, в котором живут и работают те люди, которые достойны особого уважения, которые поют и выходят на сцену, не боясь этого и не стесняясь. На сцене было все. Многообразие голосовых диапазонов, разные форматы и жанры, новые песни и полюбившиеся всем хиты. Конкурсанты выступали каждый в своей возрастной группе. Первая от 14 до 18 лет, вторая – 18+. В зале артистов поддерживали близкие друзья. В этом году к рыбницким исполнителям присоединились и вокалисты из других городов и сел Приднестровья. Я из города Тирасполь, занимаюсь музыкой. Исполняла я песню «Rolling in the Deep», исполнительница Адель. Вот. Впервые я на рыбницкой сцене, мне очень понравилось. Участники интересные, сильные, у всех совершенно разные песни, хороший такой высокий уровень. Атмосфера прекрасная. Всегда на концертах, перед этим всегда волнуюсь, как бы, какой раз это мне был. Люблю больше всего исполнять молдавские песни, потому что я, ну, сама молдаванка, училась в молдавской школе и больше люблю исполнять молдавские песни. Мастерство финалистов оценивало профессиональное жюри. Проголосовать в этот день могли и зрителям, выбрав своего фаворита. Пока проводился подсчет голосов, на сцене выступал ансамбль народного танца «Арнаутл» и вокалистка Виктория Бабок. Интригующий финальный аккорд. Итак, гран-при вокального конкурса «Новые имена 21 века» забирает Анастасия Лисовая. И главный приз – сертификат на 3000 рублей. Первое место и сертификаты на 1500 рублей каждая в своей возрастной категории завоевали Анастасия Абраш и Полина Куцкая. Второе место и приз в 1000 рублей присвоены Екатерине Данико и Лене Аполинской. Третье место заняли Ирина Яковенко и Екатерина Гучева. Им был вручен сертификат на 500 рублей. Приз зрительских симпатий, сертификат на 500 рублей, завоевала Наталья Аполинская. Всем участникам вокального конкурса были вручены памятный подарок и дипломы. У каждой конкурсантки были свои эмоции после выступления. Я считаю, что конкуренты у меня были достаточно сильные, потому что у каждого достаточно сильный голос, своя подача, харизма, вот, поэтому каждый уникален по-своему, вот, и я не ожидала того, что у меня будет гран-при. Все очень классно пели. В целом конкурс, ну, конечно, понравился. Это как новый опыт для меня. В отборочном туре у меня была французская песня Дерниера Дэнса, Индила, а уже в финальном Ариана Гранде «Side to Side». Мне нравятся иностранные песни, мне нравятся яркие песни, и они меня очень дополняют. Мне очень приятно то, что за меня так болели, меня поддерживали. Мне это очень ценно. Под впечатлением остались и зрители. Мы сегодня пришли как группа поддержки. Нам все понравилось, и я очень рада за девочек, которые выиграли, которые получили какое-то место. Мне все понравилось. Я очень рада, что у нас в Рыбнице проводятся такие мероприятия, и надеюсь, когда-то я тоже в таком поучаствую. Мы очень сильно болели за нашу племянницу, дорогую, любимую Полиночку Куцкую. Очень рада за ее результат. И, ну, вообще, нам очень понравилось само мероприятие. То есть дети очень талантливые, исполнение замечательное. Очень много положительных эмоций. Спасибо всем. Каждый из финалистов сегодня, несомненно, победитель. Они сумели покорить сердца жюри и зрителей. Впереди новые высоты. Полное видео финальных выступлений можно посмотреть на YouTube-канале Лик ТВ. Ирина Шлаева, Алекс Лободенюк, Лик ТВ.